Десятки нежащихся на солнце девушек в длинных струящихся платьях удивили и впечатлили жителей села Новоталица Ивановского района. Так, под сенью деревьев, под расслабляющую музыку, впервые в областном центре проходил женский фестиваль «Четыре стихии». Каждую участницу здесь учили, как раскрыть в себе богиню. Быть женщиной в мужском, воинственном и грубом мире очень сложно, рассказали организаторы. Зачастую прекрасные девушки берут на себя слишком много дел и обязанностей, забывая о своей главной задаче – быть вдохновительницей и нести гармонию. Четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. И они олицетворяют четыре женские природы. Собственно, каждый блок фестиваля посвящен каждой из стихий, каждой из природы женщины. Это ребенок, это любовница, это хозяйка. Для максимального раскрытия женского потенциала место выбрано идеальное. На природе проще расслабиться и черпать силу стихий. На фестиваль собрались совершенно разные женщины, представительницы десятков профессий, разного возраста и социального статуса. Их объединило одно – желание быть счастливыми на работе, в семье и внутри самой себя. Проведя через все практики, женщина расслабится, и она вот будет знать все. Она будет знать, что делать, что сказать, куда пойти. Потому что не читая книг, не изучая этого всего. То есть практики помогают найти саму себя, услышать саму себя. Проходил фестиваль в течение дня. От рассвета до заката женщины осваивали техники медитации, изучали расслабляющие славянские танцы, участвовали в мастер-классах и личностных тренингах. Только женская, истинная женская энергетика будет притягивать мужские взгляды. Чтобы стать магнитом для достойных мужчин, надо как можно чаще находиться в женском состоянии и уметь управлять этими ипостасями. Поэтому наша задача – научиться ими владеть в совершенстве. Задача для каждой здесь – освободиться от негативных эмоций и настроиться на созидание. Бонусом для участниц импровизированного девичника стала возможность познакомиться с единомышленницами. Женщина в современном мире, которая… Ну, мы сейчас женщины достаточно много работаем, много занимаемся спортом, уходим в карьеру, но забываем про нас, про нашу женскую натуру. И интересно раскрыть ее, попробовать что-то новое. Финальный этап перерождения в богиню – осваивание техники вплетения желаний. Создавая венок, каждая участница фестиваля загадывала самое сокровенное, и оно обязательно должно исполниться, если в это верить и этого хотеть. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.